День космонавтики в Зареченской школе отметили торжественной линейкой и флешмобом. Заместитель главы администрации муниципалитета Олег Дмитриев, выступая перед ребятами, говорил о достижениях советских авиаконструкторов и космонавтов. Сотни, тысячи людей, такие же простые, как мы с вами, приложили свои усилия, свои старания для первого полета в космос. И прошло каких-то 60 лет, сегодня мы с вами уже говорим о космическом туризме, о полетах на Марс. И не за горами, когда полет в космос будет обыденным делом. 60 лет спустя, после первого полета человека в космос, в Зареченской школе роль Юрия Гагарина играет девятиклассник Мирон. Признается, такой выбор для него стал приятной неожиданностью и причиной для гордости. В будущем он хочет стать инженером, продолжив семейную династию. И не исключает возможности, что будет работать именно в космической отрасли. Это довольно интересно и неизведанно. То есть хотелось бы внести вклад в его открытие и разведку. Во флешмобе приняли участие ученики 7 классов. Они выстроились в форме корабля-спутника «Восток-1». 5, 3, 2, 1. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».